Пополнение в зоопарке детской железной дороги. Накануне там поселились пара дикобразов и две пары шиншилл. Одними из первых новых жителей зверинца видели наши корреспонденты. Эта пара дикобразов появилась в зооуголке детской железной дороги буквально пару дней назад. Родились и выросли они в одесском зоопарке, а теперь прибыли в Запорожье по обмену. Пока приживаются, мало двигаются и привыкают к новой обстановке. Пока адаптируются, как бы стресс дороги, новые условия, новые запахи. Они когда обживутся уже в этих условиях, принюхаются, привыкнут по количеству посетителей, которые в непосредственной близости от клетки. В принципе, когда-то у нас были дикобразы давно. Они из рук подходили еле, и никаких проблем с ними не было. Но несмотря на такую низкую активность и сонное состояние, дикобразы сразу стали любимцами как у младших работников ДЖД, так и у посетителей зверинца. Они смешные такие, у них иголки в разные стороны. Дикобразы довольно прикольные. Вот хорошо, что появились. Интересное животное, особенно это белый, альбинос. Дикобразы большие, смешные. Не то что ежики. В числе новеньких здесь и две пары пушистых шиншилл. Они, как и многие обитатели зоопарка, раньше были домашними любимцами, а потом их принесли сюда. Пока они живут в обычных клетках, а работники зоопарка подыскивают для них место в экспозиции.